Всегда. Везде. Даже без причины. Привет, с вами Джейн Кравиц. Я надеюсь, что вы любите фильмы ужасов. Потому что, во-первых, скоро Хэллоуин, и все просто обязаны пересматривать все фильмы ужасов, которые только существуют. А во-вторых, сегодня речь пойдет именно о фильмах ужасов, а точнее, о типах людей в фильмах ужасов. Первый тип – маньяк-убийца. Все мы знаем, что это сумасшедший парень, у которого глубокая детская травма. Он убивает каким-то определенным орудием, например, топором, ножом, бензопилой. Появляется он крайне неожиданно в совершенно разных местах. И самое странное, что вообще никому не понятно, как он попал в это место, и этот факт пугает зрителя, а также человека в кадре, который еще не знает, что за ним следит какой-то маньяк. И до самого последнего момента главный герой в фильме очень тупит и просто не видит этого маньяка, хотя он прямо сзади. Второй тип. Ребенок, в которого вселился демон. Это обычный милый ребенок, но до поры до времени, ведь мы находимся в фильме ужасов. Мам, посмотри, какой рисунок я нарисовал. Это ты, это папа, это наш кот. Я вас так люблю. Мы самая дружная семья в мире. Один за одним в Уолмарте. И мы будем жить долго и счастливо. А потом... Вы сейчас говорите. Да, мам? Третий тип. Семья. Благополучная семья, у которой в жизни все круто. Настолько круто, что кого-нибудь из членов семьи переводят по работе, они переезжают в другой город, возможно, в другую страну, и тут их поселяют в дом. Именно в дом, в котором происходят паранормальные явления. Дом, в котором тут скрипнет, там скрипнет, а эпицентром всех событий является чердак, или подвал, или детская комната. О, господи, дорогой, ты это слышал? Это я стулом скрипнула. О, господи, дорогой, ты это слышал? Слышал что? Странные звуки, которые доносятся из подвала. Дорогая, кажется, да. Давай туда сходим и проверим. Но, дорогой, там же не работает свет. Ничего страшного, у меня есть фонарь, который плохо работает. Дорогой, а где ты взял этот фонарь? Я тоже такой хочу. Фонарь.ру. Лучший выбор худших фонарей. В общем, суть в том, что в этом доме начинает что-то скрипеть, что-то открываться, или что-то свистеть, или что-то по ночам петь. Затем, конечно же, кто-то из членов семьи берет фонарь, спускается, например, в подвал, и, естественно, этот фонарь начинает у них такое ощущение, что они не проверяли батарейки, работает ли этот фонарь вообще или нет. Четвертый тип. Девушка, надо проверить. Ты молодая красивая девушка, ты идешь одна ночью по улице, ты видишь страшный маленький черный переулок. Ты увидела в этом переулке маленькую страшную черную подозрительную фигуру. Ты увидела, что эта маленькая страшная подозрительная черная фигура скрылась за углом. Тебе надо пойти в этот маленький страшный жуткий черный переулок, на котором никого нет, и проверить, что же там такое. И кто же этот мужчина или черная фигура, которая скрылась за углом? Именно ты должна узнать, что же там такое. Вот на самом деле, когда такое случается в фильмах, просто сидишь и думаешь, дрэндэм, что тебе нужно в этом дурацком переулке? Зачем ты туда поперлась? Тебя же там убьют, это очевидно. Нет, не иди туда, там маньяк, не иди туда, там маньяк. Я же говорила. Пятый тип. Нас всех убьют! Это парень, который вечно истерит о том, что нас всех убьют. О боже, это место похоже на место из фильма ужасов. Или я не пойду в этот подвал первым, нас всех убьют. Парень, у меня для тебя плохие новости. Ты и так в фильме ужасов, и тебя убьют по-любому, потому что примерно из 10 человек в фильмах ужасов убивают всех 10. Так что как бы ты ни истерил, как бы ты старательно не пытался соблюдать меры безопасности, ты будешь убит. Возможно, первым, вторым. Шестой тип. Следователь. Тот, кто расследует дело, идет по следу и прямо уже почти находит убийцу, как вдруг оказывается, что он и есть тот самый убийца. Седьмой тип. Женщина-истеричка. Она просто кричит. Всегда. Везде. Даже без причины. Да заткнись ты уже! Если вам понравилось это видео, обязательно... Когда не успели потухнуть свечи, это вам не кажется подозрительным? Ну что ж, это была такая маленькая подготовка к Хэллоуину, типа людей в фильмах ужасов. Если вы любите фильмы ужасов, ставьте пальцы вверх. Напишите мне в комментариях, какие фильмы ужасов ваши самые любимые, которые прям самые страшные, от которых вы прям вообще... С вами была Джейн Кравиц. Пока! Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы посмотреть еще больше веселых видео. А также нажимайте на вот это видео. Пока!